Мои хорошие, добрый вечер. Добрый вечер, мои дорогие. Время 10 часов вечера. Я пришла домой минут 15 назад. Уже вышла из душа и хочу спать просто, как, знаете, как бобик хочу спать. Мне нужно разобрать пакет с продуктами. Ну и вам заодно покажу, что купила. Я занесла его домой, пакет, в 5 часов вечера, в начале 6-го. И он все стоит неразобранный. Там, наверное, уже все раскисло, все прокисло. Ну, короче, слава богу, там заморозки-то очень мало. Купила вот такие шницели, очень вкусные. Купила лахмаджон. О, видно, что он уже подрасквасился. Купила лахмаджон, купила шницели. Давайте-ка я сразу же уберу в морозилку. Потому что они и так пострадали. Они реально пострадали. Так, купила тунец на салат. Я же не могу привыкнуть к этому, к штативу. Не могу привыкнуть. Купила тунец торговой сети Migros. Не знаю, я хочу надеяться, что вкусный. Так, купила вот такие хлебцы, чтобы утром пить чай с... Там с творожным сыром, может, каймак порезать. Так, купила бутылку вина, красное, сухое. Будем вместе пить. Возможно, это будут прямые эфиры. Тоже сразу же ставлю на место. Место у меня вот здесь, вот у алкоголя. Так, купила курочку. Курочку, из нее завтра буду варить суп. Слава богу, не потекла. Слава богу. Пакет хорошо защищает. Я сейчас уберу в холодильник и на ночь уже ставить суп не буду, мне некогда. Я хочу спать. Я хочу спать просто. Думаю, маловероятно, что испортилось. У меня был балкон. А, купила вот такие вот еще котлетки. А это, как сказать, из пилич кебаб. Ну, типа куриные такие котлетки. И я так подозреваю, что это с чечевицей. Пилич. Они такие остренькие, вкусные. На завтрак иногда купила вот такой вот хлебушек в Мигросе. Как такой он, знаете, очень твердый. Вкусный. Черный хотела. Ощущение, что он с чесночком. На завтрак. И все, собственно говоря, все, что я купила. А, ну, чеки купила. Ну, вот такие вот пакетики Starbucks. Иногда приходят в гости. Там девчонки, они любят такое. Вот, значит, сумма покупки. Кстати, мясо так подорожало. Это жесть просто. Мясо очень подорожало. Процентов, наверное, на 25. 117 рублей я потратила в Мигросе. И 73 лиры. Лахмаджон, вот эти вот штучки, лахмаджон, курица и котлетки, шницели, вот эти вот котлетки, 73 лиры, а здесь вино, 70 лир, там, багет от Мек, ага, ага, так, шоколадка, ну это я ее сожрала уже, Starbucks, пакетики по 3,45 каждый, ну, короче, дело к ночи. Пизду я видала. Все, мои дорогие, я прям пошла спать. Пошла спать без этого, без сил. Доброй ночи вам. Это вот этот кусочек видео соединю с утренним видео. Все. 14 декабря сегодня. Тепло. На улице тепло, но, наверное, градусов 17-18. Обещали температуру на 5 градусов теплее, ой, холоднее, чем. Ничего не замочило, абсолютно все сухо. Это, конечно же, радует. Сегодня буду кровать заправлять новым пледом. Белый плед уберу, оставлю его, буду летом им пользоваться. Что хочу сказать, мои дорогие, наверное, придется включать свет. Но потому что иначе... Нам удачи не видать. Я расстроилась. Думаете, почему? Опять из-за штатива. Я же его склеила, и он склеился. Он склеился намертво, а сейчас не поворачивается.
Он склеился намертво. И сейчас можно вставлять телефон только в инстаграмный формат. Вот так вот. То есть вот так вот телефон уже не поставишь. Сюда, видите, клей залился. Вот сюда вот. Не видно, да? Я же его залила капитально. Сюда клей залился, а я не повернула эту штуку. Но сейчас мне нужно, чтобы вот эта вот кнопочка была активная. Вот эта вот. Вот эта вот белая штука, вот эта вот белая, мне нужно будет подпилить чем-то, либо ножиком. Но я думаю, что там немного залилось клея. Ой. Мои очумелые ручки. Слушайте, я просто в шоке. Я просто в шоке. Я с утра пораньше побежала, думаю про себя, так я его склеила, должно быть все классно. Нифига. Классно-то классно, я его прям склеила. Он прям, знаете, такой монолитный, прям вот держится. Посмотрите на мой штатив. По какому принципу он работает? Ну, какова красота, да? Я его склеила, он идеально. Он прям стал как монолитный. Ну, как я так не догадалась эту вот штуку повернуть? Ну, какая же я тупица. Мне сейчас нужно вот эту вот штуку разработать возле этого колесика. Может быть, пилочкой подпилить? Не знаю. Не знаю, мои хорошие, не знаю. Ты включишься или что? Батарейки должны быть норм. Не поймешь по нему, такой телевизор. О, видите, включился. Россия 24. Хоть посмотрим, что на родине. Как дела? Чем живут? Мне надо супик поставить. Я есть хочу, как сука просто. Вот у меня был бы суп. О-о-о! Кабы мне было хорошо. Будет сейчас хорошо. Через часик уже супик будет готов. Где курочка? А, фу, я уже напугалась. Я думаю, про себя, неужели я ее в морозилку убрала? О! Сейчас я ее поставлю вариться. И тем временем почищу овощи. Овощи, овощи. Овощи, овощи. И у меня будет целая кастрюля супа. Целая. Тарам-парам-пам. На рынок надо идти. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Тут же рассыпало все. Жрала апельсины ночью. Ла-ла-ла-ла. Надо выпить водички. Надо выпить водички. И поставить петушка. Варится. Воды налила в кувшин. Остатки вылила. Ну, то есть не остатки в моем доме. Я дома много еще воды. Еще два по пять. Остаток. О, три даже. Три по 0,5. Почему по 0,5? Я все по 0,5 меряю. По 0,5. Это я молодец. Это я. Сейчас супик я. Щих. И суп готов. Через часик уже будет. Быстренько его сварю. Пойду на рынок. Надеюсь, что дождик не такой уж будет. Не такой. Пока кофе попью. Я уже помыла. Так. Так.
Все. Блять, мне придется воспользоваться. Ну так как у меня сейчас нет такого штатива, мне придется пользоваться этой ахабазиной. В натуре ахабазина. Чтобы на высоту расправляю. Ну короче, такое дерьмо. Сейчас я поставлю вас сюда. Поставила штатив, хер знает под каким углом, да? Так, все. Все. Курица варится. Кофе почти сварилось. Сейчас мне нужно достать картошки и лучки. О, авокадо. Это дело правильно. Авокадо. Вчера вечером ела. Так, лучки, картошки, вот перец, помидор. Это все на суп пойдет. Вот еще морковь. Так, и потом зеленью присыплю. Все. Это будет очень вкусно. Две морковки, два перчика, две помидорки, две картошки, два лучка. Запоминайте рецепт. И одна курица. Ну, курицу можно там, суповой набор, ну, что-нибудь. Потом еще чесночок добавлю. Уже когда приготовлю. Ты варишься? Ага, варишься. Варишься, варишься. Сейчас будем пить кофе. Ой, какая же я все-таки неблагодарная. Человек дал мне штатив, а я не радуюсь. Ну реально, если он неудобный. Реально. Реально, нереально. Так. Так, это авокадо, кофе. Что, мне может спокойно позавтракать? А чем я собираюсь завтракать? Да, такая тоже интересная женщина. Две картошки. По идее, много две картошки? Нет, немного. Два лука. Нет, немного. Я что, давай я буду есть вот эту вот ерунду всякую. Вот это вот надо мне все почистить. Угу. Так, это айва. Осталась одна. Больше нет. Ты кофе сваришься или что? Сколько тебе ждать? Сколько ждать? Сколько ждать? Вот это вот у меня все идет на суп. Нет, что-то много. Вот, наверное, одну картошку надо убрать. Потому что будет опять, да, мяша такая в супе. Ну, короче, я почищу, а складывать пока не буду. Вот так вот. Ой, начала чистить. Перчики, один лучок, морковь. Все в процессе. Курица варится, а кофе почти готов, почти готов. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. О, вот обожаю этот момент, когда уже вот пенка вот уже вот подходит, подходит, подходит. И чтобы она не убежала на плиту, нужно ее выключить. Потому что уже готово. Уже готово. Давно стоит уже так на плите. Томится. Ох. Томится, томится. На вторую кружечку хватит. Так. Так. И достану сыр творожный. Его надо доесть. И вот, из шоколадной пасты сделаю бутерброд. Ну и авокадо. Вот хлебушек будет вот такой вот. Все, приятного аппетита. Это быстрее будет, чем я планировала. Так, немножечко уберу, чтобы не, на плиту не убегала. Вот так вот. Чуть-чуть приоткрою. Вот так вот пускай все пыхтит. В общем, овощи готовы. Все почистила. Я же не пью горячий кофе, поэтому, знаете, воспользовалась этой минуткой, чтобы почистить все. Так как я тут варю, буду здесь, потому что тут у меня курица кипит. Авокадик. Ой, мои хорошие, доброе утро.
Вот. Кофе в таком состоянии, в котором я могу пить. Вот. Авокадо сегодня тоже куплю. Штучек 5. Сегодня вторник. Я бы в пятницу, если честно, пошла бы на тот рынок. Мне там очень понравилось. Больше, чем на Балбазар. Туда, где местные ходят. Ассортимент, мне кажется, похуже. Но цены меньше, люди добрее. Угу. Смотрите. Так вот. Учитесь, я вас научу есть авокадо. Щик ложечкой. Но при условии того, что он спелый. Он такой сытненький. Знаете, я не то чтобы есть хочу. Я хочу супа. Вот что хочу. Я прям хочу супа. У меня аж прям до этого. Чуть-чуть. Чтобы не плескалось. Считай, курица сварится. Ее достать, пока она остывает, я все овощи не почищу, порежу. У меня уже все почищено. Какая вкуснота. Какая вкуснота. Кровать надо будет заправить. Туда, сюда. Отлично, капец. Он такой жесткий. Он жесткий не потому, что он старый. Он сам по себе такой жесткий. Такой, как сухарик. Остатки от мороженого сыра. Остаточки. Оливки. Оливочка. Целая коробушка. Балкон открыт? Дождик. Подолью еще. Ой, какое утро прекрасное. Суп варится, я кофе пью. Нужно что-то сделать с этой, со штативом еще. Либо искать такой же. Чтобы вы понимали, сижу, как поросенок. Как есть, так и есть. Что вы, каждое утро себе стол сервируете? Я? Нет, мне же похуй. Или же пожрать что-нибудь вкусное. Нормально. Подчистую. Ведь я еще не так давно говорила, что я его наелась навсегда. А вот за 3-4 дня ванночку съела.
А, ну один раз мне помог человек. Девочка, девочка. Не мальчик. Опять проповеди. Реально проповеди, батюшка в гостях. А нет, какой-то мужчина. Миниханов, наверное. Андрей Воробьев. Я посмотрела на лицо, он должен быть как Миниханов. Он вообще не выглядит на Андрея Воробьева. Он должен быть Минихановым. Губернатор Московской области. Давайте откроем пасту шоколадную. И маленький бутербродик, да? Такая. Багет, знаете, какой? Огонь. Все, люблю вас. Буду варить суп.